А где тут радио? Андрей, где тут радио? Здесь! Вот это скак! Лёв, подержи клавишу, пока! Алло? Сегодня мы даем интервью на другом радио. А, и да, мы пришли на радио. Choose your destiny. Flawless victory. Если кто-то говорит меньше из вас, это Лёв. Это... боссовское кресло! Просто оно было нормальное. Сила большая часть группы Югославия. Это Юля, Лёша и Андрей. Вот посетили нашу студию. Давайте начинать с ними здороваться. Привет всем! Привет. Здрасте! Ну а мы памятаем, что гэта няўрымслівыя, вясёлыя, жыццярадасныя людзі, якія да гэтага яшчэ ствараюць і музыку. За пультом Оксана Хаменко, я, Лен Рожкова, буду задаваць пытанні Юлі, Алексею і Андрею. Гэта прадстаўнікі выдатнай каманды Югославія. Вітаем вас! Здрасці! Время, вот как вы можете прогнозировать, когда у вас будет следующий альбом? Знаю, что в 2014 у вас последний, да? И сейчас вы собираете деньги на новый альбом. Именно. Мы запустили краудфандинг-проект на сайте Planeta.ru. Такое сложное слово, но ничего сложного нет. Мы на сайте Planeta.ru выкладываем лоты, которые люди, которые хотят нам помочь, могут покупашки купить, да, поддержав нас. Можно без лотов, можно просто зайти, положить копеечку маленькую, 100 рублей, хоть сколько. Это нам существенно поможет. Вот. Так что люди не просто отдают свои деньги, они взамен получают прикольные бонусы, лоты. Вот, а мы записываем альбом, пластинку, и всем хорошо от этого. Может, а сколько потребно? Просто лепш будет, напевно, сказать, сколько еще потребно для того, чтобы отбылась ваша идея. Мы заявили сумму в 150 тысяч российских рублей. Мы написали много классных песен и хотим, чтобы они все-таки вышли в свет, и чтобы вы наслаждались и танцевали под них дома, где хотели, не только на наших концертах. Нужно меняться, а не менять, поздно ложиться и рано вставать, прыгать и падать, и пить и ломать. Нужно меняться, а не менять, вот тогда ты станешь во главе канала. А пока наш спонсор твоя мама, мама, ты смогла бы твоя айку. А мне понравился вопрос. А Юля замужем? Если нет, пускай напишет мне. Нет! Это кто спросил? Слушайте. Ничем я играть не умею. Но он очень красивый. Да. Юля, со мной можно просто посидеть, можно со мной там. Поговорить. Ну, горбатый пакет Женева. Да. То есть, хотелось бы испытаться пузатая луна. С какого образа это склалось на угол? Где такие персонажи? Полная луна и так далее. Я подумала, ну, она просто любит есть. Она трясет себя пузико, и вот она пузатая. Вот, это гимн всех беременных женщин. Раскручиваю Югославию.
Добрый настрой за эту атмосферу. Приходьте еще и нехай у вашей скорбонцы не будет пусто николи. Отгремели летние дожди. И мы закончили свой эфир на радио А плюс Рок. Вы можете найти их в скайпе. Еще они есть в Вайбере. Это мы узнаем. Душно, долго. Да, прикольно. Ну что, ребят, сходили, да, все? Нормально сходили, нормально. Как, что скажите, пожалуйста, какой эфир вам больше понравился, прошлый или этот? В этом эфире было как-то все динамичнее. Согласна. Так быстро, так с нашими песнями даже. А вчера нет, наших не было? Наших нет. Что мы играли? Мы играли кавер на группу «Югославия».